Какие акцентуации самые неуживчивые для семьи, для пары? Не рекомендуются для близких отношений прежде всего наличие доминантных акцентуаций, то есть возбудимой минус F и паранояльной минус P. Они связаны с грубостью, насилием и агрессией. Грубость вплоть до рукоприкладства и болезненная подозрительность сделают вашу жизнь невыносимой. Зачем вам такая акцентуация? Также нежелательна шизоидность, минус Т. Если вы, конечно, не готовы терпеть странности и чудачества в поведении вашего партнера. Но обращаю ваше внимание, что шизоидам по ревизному принципу очень нравятся стероиды, и наоборот, стероиды тянутся к шизоидам, что делает отношения между ними очень эмоционально неровными, скандальными и изматывающими для обеих сторон.